Привет, YouTube. Очередной мини-эпический шедевр от китайских производителей. Камера C181 Mini DV. Поставляется вот в такой коробочке. Достаточно жесткая. Так, тут они положили типа поздравительная открыточка, инструкция с веселыми человечками вместо буквок. Так, это вот такая вот напечатанная, хитро сложенная оригами инструкция на английском. Салфеточка для протирки объектива. Здесь лежал ремешок. Это, значит, ленточка заклеивания камеры самой объектива. Тут лежала CD-карта. Заказывал вместе с CD-картой на 32 гига. Вот такой вот жесткий, такая здесь, значит, уплотнитель. Такой вот жесткая такая. Симпатичная подарочная коробочка, достаточно стильно выполнена. Все такое в серебре. Так, сама камера. Значит, я так понимаю, это на кармашек вешать. Что приятно, она имеет, значит, USB разъем, который можно сразу подключить к компьютеру, зарядить ее и снять информацию, не надо никаких проводов. Значит, CD-карта стоит вот здесь рядом с разъемом, задвинута туда. Так, объектив, микрофончик, маленькая дырочка, пишет моно, один канал. Значит, переключатель на три положения, выключено. Значит, видео, запись видео и диктофон. Третье положение, диктофон. Значит, сверху имеется индикатор включения синего цвета и клавиша старта записи. Индикатор мигает три раза и гаснет. То есть камера сейчас пишет. При остановке, значит, еще раз нажатие, снова зажигается индикатор, ожидая следующего файла записи. В общем-то и все. Значит, параметры. Там я, значит, файлы посмотрел, параметры расписал. Видео пишется сжатие, формат сжатия FFDS. Не знаю даже, что это такое. Значит, 1080 по DPI она пишет. 30 кадров, 24 бита. Звук, значит, формата PCM. Тоже не знаю, что это такое. Файл, короче, WAV выглядит. Запись 256 килобит в секунду. 16-битный этот самый битрейт. И частота дискретизации 16 кГц. Вот, в общем-то, основные параметры, с которыми она пишет видео. Ну, попробовал так, в принципе. Как бы неплохо пишет картинку, но будем экспериментировать. Ролики обязательно покажу. Спасибо за внимание.